В конце августа в Северском доме культуры состоялся благотворительный концерт хореографического коллектива студии спортивного танца «Диана» в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Одной из главных целей мероприятия стал сбор средств на приобретение очередной гуманитарной помощи для наших бойцов. Благодаря неравнодушным жителям, которые нашли возможность прийти на концерт и внести свой вклад в правое дело, смогли собрать около 100 тысяч рублей. Эти деньги коллектив студии «Диана» передал в группу «Помощь мобилизованным Северского района». Совместными усилиями удалось приобрести «Ниву», которую уже доставили на передовую. Хотим выразить огромную благодарность группе Северского района «Помощь мобилизованным» и спортивного клуба «Диана» за предоставление такого шикарного аппарата, как «Нива». Спасибо вам очень большое. Отдельное спасибо группе «Помощь мобилизованных» за предоставление нам 3 тепловентиляторов, радиостанций. Еще раз вам огромное спасибо. Победа будет за нами. К слову, это уже третий автомобиль, который отправлен на СВО из нашего района. А в этот раз вместе с «Нивой», благодаря помощи других групп, к ребятам отправились обогреватели, рации и квадрокоптер. Все больше неравнодушных жителей нашего района объединяются, чтобы помочь российским солдатам в зоне проведения специальной военной операции.